Здравствуйте, дорогие слушатели. Сегодня мы хотели бы обратиться к вам и спросить ответы на наши глупые вопросы. А глупые вопросы у нас сегодня такие. Значит, во-первых, а чего вам, собственно, нравится в нашем канале? Потому что, ну, мы бы хотели это узнать, чтобы сделать этого еще больше. Значит, вопрос номер два. А нужна ли нам вообще, в принципе, фантастика? Потому что фантастику сейчас мало кто смотрит. Ну, я имею в виду по просмотрам на Ютубе. И поэтому, соответственно, мы задумываемся о том, что если не убрать ее совсем, то хотя бы снизить ее количество. Значит, с другой стороны, возможно, кто-то из вас захочет предложить что-то более интересное, но учтите, что есть различные темы, которые мы стараемся избегать. То есть, например, современные новостные ленты, мы не будем превращаться в новостной канал при всем вашем желании. Ну и все в таком духе. Соответственно, ну если какие-то вещи, которые не противоречат нашим внутренним желаниям, будут озвучены, то мы все-таки постараемся их реализовать. Такие дела. Да. Пользуясь случаем, анонсирую некоторое количество видео с офигительными историями про разного рода аборигенов, джунглей, степей и прочих труднодоступных малонаселенных мест. Ну, с точки зрения их социального устройства, вот этого всего, там попадаются достаточно интересные решения. Ну и плюс там движуха, которого и вокруг них была. Возможно, видяшек будет больше, чем одна. Возможно, она даже выйдет не через 2 месяца, а через 1. Может быть. А я собираюсь в этом году предвнести немного безумия с новой рубрикой «Weltvernichtungsmaschine», на которой мы рассмотрим, как с помощью обычной «Schlitzschraubedrücke» обмануть систему. И, кстати, следите за шапкой канала, там появится маленький кошелечек, и если вы вдруг, особенно те, кто нас об этом спрашивал, захотите поддержать нас римским солидом или даже парфянским сиклем, у вас появится такая возможность. Еще раз, мы это делаем, потому что вы нас об этом попросили. Но я вас категорически заклинаю разведать, какие есть способы перевода на Яндекс.Кошельки без комиссии, доступные из вашей локации. У финансовых воротил достаточно денег. Ваши им, пожалуй, не нужны. Ну и плюс, если вы хотите излить свои эмоции, послать нас к черту, то я могу вам персонально пообещать, что все комментарии, прикрепленные к пожертвованиям, будут тщательно прочитаны. Оставайтесь с нами.